Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA San Andreas Definitive Edition. Возвращаемся мы к ней. Тормоза все мы все я устранил. Причины всех тормозов, из-за которых не получалось записать игру, это были вирусы. 7 вирусов, которые доктор Веб очистил, слава богу. И теперь все это не работает. Это все работает нормально, не тормозит. Можно снова спокойно играть. Сегодня мы будем выполнять миссии райдера. Его дом прямо в нашем районе. И это очень хорошо, потому что Биг Смок почему-то живет не на нашем районе. Почему-то в Вайлдвуде живет. Между прочим, эта территория принадлежит Балласам. Так что это все как-то немного странно. Так. А, черт, ладно. Давайте тогда поспим, скажем так, сохранимся еще раз, потому что не можем мы пока туда идти. Кстати, вы, возможно, по сохранению могли видеть, что я уже прошел эту игру. Я прошел Vice City, прошел San Andreas, осталось только третью пройти. Третью как-то проходить тяжеловато, что ли, немного. Она немного скучноватая, потому что, как по мне. Ну, я думаю, но я надеюсь, что пройду ее. Home Invasion. Блин, ну и где она? Ты что там копаешь? Могилы, что ли? Да блин, куда я закопал ее? За чего закопал? Да, мадьяру. Мне надо достать кое-что, прежде чем я продам. Чего продать? Мой кореш ЛБ сказал, что у одного армейского ублюдка есть пушки, которые мне нужны. Не то, что этот отстой уэмит. Я с тобой, погнали. Да, да, ты всегда со мной, чувак. Ладно, выкопаю, когда тебя здесь не будет. Да fuck you тогда. Блин. Затянуться не хочешь? Не, я не курю эту дрянь. Куда мы едем-то? Это оружейное находится на восточном пляже. Ну, лучше дождаться темноты, наверное. Чтобы заставить этого мадафака прям в постель. Да, представляю себе. Да-да-да, конечно. Ну, чего ты стоишь? Давай тоже копай. Садись, придурок. Достал постоянно оскорблять меня уже, если честно, райдер. Где этот старый мадапака? Где его, черт возьми, пере? Расслабься, мы ведь еще даже не приехали. Да, да, ты прав, Карл. Ты как всегда прав. Это мой кореш, мистер прав. Да заткнись ты. Не заткнешь меня. Кто не заткнет? Да никто. Что-то вот, когда мы сели в эту машину, что-то FPS немного упал, по-моему. Это немного странно, конечно, но... А, не сильно мешает, на самом деле. Вот здесь я еду так, как не указывает маршрут, а вот в оригинале, поскольку я нормального маршрута не знал, я ехал все время по другому маршруту. Я спускался с того холма все время. Ну ладно, не важно. Маршрут поедем. Стряхнем это место. Подожди, мы входим, берем пушки и сваливаем, да? Да, да, я буду не заметить. Как ниндзя, так. А ну выходи, мадафака! Заткнись! Не остановишь меня, Карл, тупица. Ладно, короче, заходи внутрь, я поставлю здесь. Да, как ниндзя. Тоже мне не ниндзя. Блин. Не должен шуметь, да. Кстати, в оригинале CJ, когда заходил сюда, он носил маску. А здесь нет почему-то. О, а этот старикан вообще выглядит не так. В оригинале он не носил очки. И рубашка у него была голубая. Три ящика, хорошо.
А у меня пушки, кстати, есть какие-нибудь с собой? Молодец, Диджей. Да, есть пистолетик. Полковник Фурберга. Полковник Фурберг, или как там его правильно называть? Хата довольно неплохая на самом деле, но не очень-то богатая. Блин. Что я вам говорил? Теперь у нас есть чем убивать. Ну, надо, ну у меня вообще-то и так есть чем убивать. Окей. Да, хата неплохая. Уютная достаточно. Так, что у нас еще? Ну, поскольку мы три ящика раздобыли, мы можем, в принципе, спокойно пошуметь даже здесь. А ну убирайтесь из моего дома, вьетнамские ублюдки! Если первый раз разбой, ничего страшного, проклятые ворюги! Так, пора убираться. А как он говорит, если мы его замочили уже? Чё за фигня? Чёрт, этот урод вызвал копов. Давай увозить всю эту фигню отсюда. А чё я-то сделал? Ты же разбудил этого старого психанутого. Вы должны заехать по инспрей. Да. Жестко, жестко. Ой-ой-ой, только бы они машины нам не взорвали. Впрочем-то, вообще рекомендуется... его не будите и не убивать. А то, чтобы в таком случае копы не появятся. А то тут есть риск еще попасть под эти под пули и загореться. Вот, я о чем и говорил. Зря я это сделал вообще. И сначала с самого. Так, ладно, я сделал это еще раз, в этот раз без всяких, без каких-либо копов, потому что от копов на таком грузовике хрен уйдешь, он очень медленный. Хорошо, первый этап пройден. OLB из гаража территории 77, езжай туда. Понятно. Серьезно, Райт, ты должен дать всем передохнуть. Чё? Может, я тебе дам немного водяры? Ты отдохнешь от... Нет, оставь ее себе. Ты чё, сволочь, что ли? Забудь про тебя, дебил. Однажды ты пожалеешь, что не прикончен. Я чё-то слышал? Звучит, как будто мадафака выёживается. Эй, это не себе. Ну все, я больше того и не говорю. Видишь, я говорил, это же так просто. Да, легко, как ветер. Си-Джей, ты должен забить всю голову, всю эту повседневную чушь.
Да, грабить дома. Только какой толк это дает? Бабки, может быть, разве что. Я просто так не делал еще. Вне миссии. Все, я устал. Как-нибудь увидимся. Ладно, Холмс, подумай о том, что я тебе сказал. Так, ладно. Возвращаемся назад. Так, мы далеко? А что-то далековато мы, да. Ну, не то, что прям сильно далеко. Но я думал, что мы ближе. Но, впрочем, доедем быстро. Я думаю. Так, сохранимся, потому что я не хочу ночью выполнять задание. Каталист. Эй, Райдер, ты что там делаешь? Я так и не смог найти ту водяру. Так что я решил сварить новую. Не делай этого, мы же зажаримся вдвоем тут. Привет, мальчики. Эй, ты кого мальчиком назвал, а? А как тебя называть? Ничтожеством? А может быть хреном? Хреном. Да, хреном. Эй, идите нафиг. Ну-ка, иди нафиг отсюда. Ух, прикольно пахнет. Чё готовим? А мне порция будет? А, ладно, ладно. Ну-ка, подвинься. Да ты меня напрягаешь немного. Моей жене нравятся такие баночки. Короче, тут один поезд неподалеку отсюда сделал незапланированную остановку. Он везет, как вы говорите, что-то и немного чего-то в вагонах специально для вас. Это старый должок. Еще увидимся. Мальчики. Дебилы. О, Карл. Постарайся больше не убивать офицеров полиции. Пожалуйста. Преступность из-за тебя повысилась почему-то. Да-да-да, я всего лишь приносу пользу обществу. Ваш поезд будет 5 часов. Ладно. Си-Джей, я хочу тебя увидеть в роли мистера водила. Не начинай тупить. Не напрягай меня разговорами на тему моего вождения, а? Да, я просто хочу, чтобы эта точка не взорвалась вместе с нами. Да, я не буду обращать внимания на ту чушь, которую ты несешь все время. Ладно, значит, ты будешь внимательно следить за дорогой. Тебе нравится напрягать своих знакомых. Я знаю, как вывести их из себя, Нига. Чтобы они сдохли от этого. Да смотри на дорогу, мадафака. На дорогу, бля. О, вот мы и на месте. Это тот самый поезд. Черт, вагасы приперлись сюда раньше нас. Ну я ж в голову стреляю, чего он не умирает-то? Прекрасно, еще и балласы. Да, Темпини, походу, всех предупредил в городе. Проверь груз, Си-Джей. О, это еще что такое? Да успокойся, мы будем ехать за тобой. Бросай ящики мне. Да блин, ты слишком подъедь ближе, я не докину. Во, нормально. Раз. Два. О, прям в руки. Три.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, СиДжей, я больше не увезу. Садись за руль и дуй домой давай быстрее. Ой, окопы-то не отступают. Ой, да. Давай, да, назад на Гроу-стрит. 3 звезды. А чё так много? Так, теперь пикап синий, но я думаю, райдер его покрасит потом назад. Черт, задал ты им жару, как и ты. ЛБ заедет и заберет всю эту фиготень. Хорошо, тогда увидимся. For life, СиДжей, слышишь? Так, подвинем, что ли? Давай, давай, двигай, 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 двигай. Силушку богатырскую свою покажи. Давай. Во, хорош. Еще вот здесь чуть-чуть поправить. Во, все зашибись прям вообще. Робинг Анкл Сэм. Эй, райдер. Ты че... Ты что, под кайфом, что ли, райдер? О, СиДжей. Скажи мне, почему я не окончил среднюю школу, а? Потому что ты начал подавать наркотики с 10 лет. О, не, не поэтому. Ну, тогда, потому что ты наложил руки на училку, которая носила одежду с Сэм Беллес? Нет, и не поэтому. Я не окончил ее, потому что был слишком умный для нее. Я принужденный торговец. Я гений. Да. У кого пушек больше, чем у любого другого? У кого есть все виды пушек, а? Угадай. Может быть, у человека с кучей оружия? Да не знаю я. У армии, Ник. У армии. Погнали. Да, затянись, затянись. Эй, не надо. Курильщик хренов ты. О. Ты думаешь, что можешь управлять этим фургоном, не прикончив нас при этом? Эй, райдер, мы куда едем вообще? Порт. Откуда у тебя фургон-то вообще? У тебя же его не было. Да это все мой колледж ЛБ, он работает прям как ниндзя. Надежный парень. Не как вы. Да не надо так говорить, я сначала потерял младшего брата. Да, даже не думаю еще сколько тюрьма на тебя этот город весит. Это не кончится. Вот, кстати, исправили ошибку по сравнению с оригиналом. В оригинале, в этом фургоне, в этом грузовике, у райдера... Шея проходила сквозь сиденье. Здесь это поправили. Ну а еще, кстати говоря, я поставил патч. Я скачал патч, исправляющий очень-очень много багов и ошибок. И причем этот патч делали не криворукие Grow Street Games, а рокстаровцы сами. Grow Street Games. Вот когда. Вот они. Портами мобильными GTA занимались же. И они тоже немного корявый порт сделали. Порт неплохой, но там тоже куча всяких ошибок и все такое. Поэтому игроки ужаснулись, когда узнали, что вот этот ремастер разрабатывает Grow Street Games. И ведь не прогадали.
О, эти ворота вход на склад Национальной гвардии. А, это не шуточное дело. У нас получится взять что нужно? Да это же Национальная гвардия, дебил. Да у них сегодня выходной. Они ничто по сравнению с Национальной гвардией. А теперь иди открывайте ворота, блин. Что-то у нас мало оружия совсем. Но если мы будем стрелять в голову, то будет без проблем. На, молодец, Си-Джей. Думаю, мы это сделаем. Давай теперь эти ворота открывай. Да, лавочка открыта. Надо фургон разворачивать. Да, главное, чтобы они не замочили меня. Там еще один, по-моему, есть. Я буду на шухере, пока ты ящики таскаешь. Так, нам сколько надо? 6. Так, вилы вверх. И прям вот сюда. Ладно, чувак, давай ставь все назад. Еще ящики приноси. А, в оригинале, кстати, можно было на какой... Одна, не одна кнопка все делает вверх-вниз, а там можно было уровень регулировать прям. То есть можно было на середине зафиксировать прям. Ой, там еще... Черт, Си-Джей, черт! Блин, да я стреляю намного лучше тебя, блин. Намного лучше, причем... О, еще кто-то подходит. А? Его... Ой. Слушай, моя помощь не нужна ему. Ну и... Ну и отлично тогда. Здесь слишком много солдатиков-то. Да, все, последний ящик. Давай, Си-Джей, этого хватит, наверное. Си-Джей, садись за руль и погнали отсюда нафиг. ЛБ подготовил для нас одно место в Уилфорде. Черт, эти клоуны не уймутся ведь никак. Тупые солдаты нас живем не хотят отпускать. Мы перегружены, может нам пару ящиков скинуть на них? О, отлично, посигналь, чтобы я бросил ящик. Промазал. Не-не-не-не-не-не-не-не, это не надо. Оу. О, как мы выдержали сейчас. Говори, что хочешь, балда. Ты никогда не поймешь, что творится в этом деле. Да бросай ты уже. О, как тяжело говорить и бросать. Ух, это дерьмовое дельце получилось захватывающим. Что ты там говорил, что ты с нами заодно? Ты постоянно жаловался вместо этого.
Уж прекрасно. Ну, задания Райдера были лучше, чем у заданий Биг Смоук, потому что эти задания на пользу банды шли. Вон, оружие добывали для них и все такое. А у Биг Смоука вообще что-то не то было. Ладно, на сегодня закончим. Сегодня были у нас задания Райдера. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал. Вступайте в ВКонтакте. И всем пока.